Коллеги, всем привет из Сибири. Сегодня я хочу показать короткий кусок из выступления Юлии Ужакиной из корпоративного университета Росатома с проектом метаналогов. Компания Яндекс проводила конференцию в апреле этого года. И после этого куска я дам свой небольшой комментарий по поводу того, как этот кусок, как слова Юлии, соотносятся с HR-аналитикой. Здравствуйте, спасибо большое. Правда, очень интересное выступление. Потрясающий докладчик. У меня, наверное, будет вопрос чуть шире, чем у Елены. Если говорить вообще об обучении метанавыкам, я услышала, да, что есть определенная программа, есть определенные этапы в этой программе. А мерите ли вы как-то эффективность этого обучения, эти метанавыки? Нет. Никак не замеряете? Зачем? Спасибо. Коллеги, в этом выступлении прекрасно все. Прекрасно, что нашелся человек в аудитории, который задал вопрос про эффективность. Прекрасна реакция докладчика, которая воскликнула, очень убедительно воскликнула, а зачем? Действительно, а зачем? И хотя мой ответ будет банален, я тем не менее отвечу Юлии. Юлия, мы как HR существуем за тем, чтобы показывать влияние наших собственных усилий на бизнес-результаты. А бизнес-результаты, они мерятся в рублях. Поэтому, если вы это не умеете делать, ну, не стоит скрывать это за убедительными ответами. Стоит просто признаться, да, мы это не умеем делать или не хотим. По какой причине, это другой вопрос. Надеюсь, мы продолжим с вами дискуссию. Всего хорошего.